Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Умер режиссер Владимир Меньшов. Российский режиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на Мосфильме. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позднее. Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, говорится в заявлении киностудии. Коллектив «Мосфильма» выразил соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова. 26 июня стало известно, что у Владимира Меньшова выявили коронавирусную инфекцию. Как отметили в пресс-службе партии «Справедливая Россия», за правду, у него была легкая форма заболевания. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.